Доброго времени! С вами Видогор. Главная тема – методы очищения дома от негативных энергий. Сегодня мы поговорим о следующем способе энергетического очищения пространства – очищение при помощи звука. Очистить энергетику пространства можно с помощью звука. Для этого используют музыкальные инструменты, колокольчики, трещотки, барабаны, поющие чаши. Самым простым и доступным методом является очищение с помощью хлопков в ладоши. Хлопки хорошо разгоняют энергию. Это очень эффективный метод, доступный в любой момент, когда у вас под рукой нет ничего, кроме собственных ладоней. Прохлопывать помещение надо, начиная с восточного угла, двигаясь, как обычно, по часовой стрелке. Прохлопывая угол снизу вверх и в обратном направлении. Для диагностики используйте короткие мягкие хлопки. Если хлопки глухие и неясные, значит в этом месте застой энергии. Тогда нужно провести несколько более громких и четких хлопков для того, чтобы разогнать застойную энергию. Прощупывайте пространство в поисках застойной энергии сантиметр за сантиметром. Уделите особое внимание пространству вокруг крупных электроприборов, телевизор, компьютер, холодильник и так далее. Проходите хлопками все углы и места возможного застоя энергии. Пройдя часть пути, вы должны почувствовать эффект звукового эха. Это означает, что большая часть энергии очистилась. Завершите очищение, мысленно поблагодарите помещение за взаимопонимание. Обязательно вымойте руки под проточной водой. Проведя ритуал энергетического очищения пространства, вы обязательно почувствуете, насколько стало легче дышать в доме. У вас появится много сил и новых идей. На сегодня это все. С великой благодарностью к вам, ваш Видогор.